Вот тут я подходил. Вот смотрите. Смотрите, сколько здесь ягоды. Смотрите. Это все клубника. Бросайте все. Идите, не ленитесь, собирайте. Лесной Абагур, езжайте. Рядом с городом. Июнь, июль, сейчас уже закончится. Потом не будет. Вот сколько ее тут. Смотрите. Крупная, хорошая. Ну как еще людям говорить? Вылазьте со своих норок, оставьте дачу в покое. Бухло забудьте на время. Снова всем здравствуйте. Приехали мы в деревню в одну с города. Лесной Абагур называется. За клубникой. Пойдем собирать. Тут ее много. Они думают, что прям место где-то крупное, где-то мелкое. Здорово. Здорово. Что, получается? А куда пошел? 20 минут 11-го. Пустая почти. Бодейка у меня. Вот ягодки. Вот они. Они тут везде. Вон туда, смотри. Вон туда, вон. Кругом ягоды. И крупная. Все, погнали. Некогда. Ладно, съем я ее. Нет, не буду у меня. Я эту одел. Вот, пристегнул. Тут мошка. Съедает поедом. Погнали дальше. Вот так вот потихонечку. Вот они кругом тут. О. А тут еще больше. Часа за три. Да, наберем литров по 6. Или не наберем. Ну, посмотрим. 20 минут 11 начали. Все, готово. Там. В общем, здесь везде она, кругом. Вон город, видать. Ой, встану ножки, разомну маленько. Мы здесь прошлый кон в дождь брали. А тут вот чушки приезжали. Дорогу отсыпали. Здесь по логу, по равнине, по этой по ложбине, как болото, они его отсыпали. Там вдалеке труба нерабочая. Там деревня Лесной Абагур. Вон Иван-чай распустился, расцвел. Вот так вот метров 300, может меньше, река Кондома. В ту сторону, вот за этими тополями, река Томь. Устья Кондомы. Все, некогда. Пошел собирать ягоду.
без слов. Слов нет, одни жесты. Пожалуйста. Вот еще тут есть. Вот еще тут есть. Все, полная рука. Раз веточка, два веточка, три веточка, четыре веточка. Вот еще пять веточка. Все подскреб. Пять веточек, вот. У меня уже половина бочки. Вот так. Вот сколько. Ух. А, говорят, что вишни нельзя за час набрать, за два часа ведро. Да в легкую. О, с одной ветки. Сюда поехали. Ой, наверное, я сяду здесь. Наверное, я сяду. Вот. Сколько раз пытался, в рот сетка не дает. А сетку снимешь, мошка съест. Они мне прошлый кон чуть мозги не выбили все. Все полное. Надо переезжать куда, куда переезжать, тут он надвинуться надо просто по сторонам. Все, не влазит в ладошку. Вот они, угощайтесь. Собирал. Вот опять на старом же месте разворачиваю, опять есть. Вот они. Поднял только чуть-чуть травку. Вот они. Ну вот, ребята, демократы, наелся я клубники, насобирали мы, сейчас посмотрю время, 11:50, 11:50, видно, не видно, 11:50, 10:20 мы начали собирать, время 11:50, вот, 5-литровый почти под завязку. Бетончик у меня. Ну, с под бутылки. Вот бутылка 5-литровая. Вот на него вверх срезанный. Вот за сколько тут мы? Час. 20, и тут 50. За полтора часа почти. 5 литров. Еще полтора часа, еще будет бетончик вот этот. Сейчас попью. Вот это вот. Кто тут у меня? А, тут как всегда у меня сок березовый. Мороженый. Сейчас пару глотков и приступаем дальше. Время 11:51. Сколько наскребем, столько наскребем, все наше. Люди собирают тоже. Вон сколько понаехали. Была одна машина, теперь уже три. Одна уже уехала. Некоторые люди уже прошли мимо. Так что здесь люди есть. Выходной сегодня.
суббота. Значит, там кондома метров 300, не больше. Птичка опять, наверное, потеряла своего маленького воробушку. Это лобозник. Ну, все как обычно. Иван-чай. Уже неоднократно говорил. Ну, все это одно и то же. Тут шиповнику немножко. Там друган у меня собирает. Тут боярка есть. Все, погнали. Некогда. Жарко сегодня. Солнышко светит. Мошки съели. Сейчас немножко посветлее стало, потеплее. Солнышко вылезло, они куда-то убежали половина. Но все равно кусают. Все, дальше мы собираем. Комбинжир полетел. Он тут постоянно летает. В 12 часов начал собирать. Уже вон сколько. Если точнее, 12.02, что-то такое. Вот так вот беру раз туда ее. И все, она потихонечку у меня наполняется. Это я пробую так. Для перевозки будет хорошо. Во. Булька там. Так, мусору надо поменьше накидывать туда. А мы туда ее. Вот так. Одну вижу, вторую замечаю, третья мерещится. Кланяться ей надо. Кланяться. А, хорошо. Три тысячи сто, три тысячи один, три тысячи две, три тысячи три, три тысячи четыре, три тысячи пять. Фу, устал. Вот так. Так вот я. Как в магазине. Дробь килограмме мы продают, а я говорю, а мне, пожалуйста, по счету, чтоб не обманули. И считают. Вот она где прям под самой рюкзачком сидят. Все, тю-тю. Баск. Все, ребят. Вот последний штрих. Добиваю. Почти. Еще осталась горсточка одна. И бадья полная. Время. 13.59. За 2 часа. 13.59. Ну все, время 2 часа. 12 начал. Наскреб 5 литров вот здесь. Сейчас пойду доберу чуть-чуть еще до верха. И все. Будет хорошо. Березовый сок не расставил до конца. Там ее караул. Что, уже собрался? Сейчас еще чуть-чуть доберу.
Она не отпускает. Клубники. Во. Короче. Спекся весь. Душно. Тут такое ощущение, что кто-то лежал. Примято все так. Кто здесь мог? Поди ветром. Или черт его знает. Так, поехали. Где-то вот тут я подходил. Вот смотрите. Смотрите, сколько здесь ягоды. Смотрите. Это все клубника. Бросайте все. Идите, не ленитесь, собирайте. Мясной абагур, езжайте. Рядом с городом. Июль, сейчас уже закончится. Потом не будет. Вот сколько ее тут. Смотрите. Крупная, хорошая. Ну как еще людям говорить? Вылазьте со своих норок, оставьте дачу в покое. Бухло забудьте на время. У кого машины есть? Нет машин, садитесь на автобус. Смотрите. Ну как еще показывать людям? Лодыри, отрывайте свои пятые точки от диванов, от телевизоров. Смотрите, как это вкусно. А. Вот так вот берешь. Раз. Ням-ням-ням-ням-ням. Выплюнул. Ну все, можно обожаться. Все в клубнике. Все в клубнике. Крупное главное дело. Крупная. 2 часа 5 литров. С пол 10:20 начали. 11:12, час 2. За 3 часа почти ведро. Как еще людям говорить? Не верят. 3 часа ведро клубники. Это я ее еще ел за обе щеки. А если бы я ее не ел? Смотрите. Раздвигай все. Вот она. Она тут везде. Тут кроме нее больше ничего нету. Вот так и бочку не добил. Фу. В любую сторону поворачивай. Вот гроздь какая. Раз и все. Так. 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 Еще чуть-чуть.
Все. Под завязку. Пить хочешь? И чё он не хочет? Всё, улетел. Еле добежали до остановки. Ждем. Подъезжает какой-то. Это за нами, да? На этом поедем, да? А кто-то настоятельный. До школы. Пойдемте до школы. Он на обед идет. А нафиг нам нужно. 53-я школа. Город вот это такое.